что, начали мы охотиться. Взяли уже 4 уток, но было темно. Снимать бесполезно было. Вот Вася только что взял одну. Вася, сирезень или утка? Это не наша, северная. Слушай, это какая-то интересная морковая утка. Здоровая. А я смотрю, какой-то красный отсюда у него, блядь. Слушай, ну здоровый какой, ё-моё. Я же тебе говорю, он упал такой, как гусь хороший. Годится, блядь. Слушай, здоровый какой, нифига себе. Он сказал, что с него надо шкуру снимать, чтобы готовить. Будем смотреть. Уже красивый, блядь. Лапки красные. Так вот это. А что на рысь? Вот это налетел как утка, блядь. Налетел шикарно. Развернулся как он чисто, да? Ну. Ой, налетел. Слушай, ну налетал, кстати, не казалось, что большой такой. Эмоции к нам. Ну вот и состоялась наша крайняя охота. В сезоне 15-го года. Закрывались мы в конце декабря 26 числа. Выехали на воду, ветер был безумный, но интернет, как обычно, у нас порывы. Ну, не знаю, как насчет порывов, реально дул под 20 метров в секунду. Вышли в море, встать не смогли, спрятались. Вот там, где мы стоим, здесь вообще воды нет. Здесь обычно, здесь выжженный камыш, спалили камыш, здесь просто земля. В итоге вода уже была чуть ли не под пояс. Ну, хорошие налеты, интересные были. Ну, когда в спину летело, то есть сзади нас, получалось так, что утка пролетала как снаряд. Мы ее даже не успевали заметить. Ну, в общем, что смогли снять, то сняли. Тяжело было снимать как бы. То есть одной камерой только пользовался на голове. И все было видно. Ну, как вышло, так и вышло. Слушай, ветер такой сильный, что они видели. Нет. Есть. Ну а что? Она. Блять. Сюда приплывет. Давай, 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 давай. Красивый такой вот цвет такой, блядь. Вася, этот живой гад. Это его весло хочет. Вася. Дальний на 50 метров, блядь. Далековато, блядь. Далековато, но медленно летели. Просто надеялся. Слушай, ну если чайки над нами. Ты видишь? Они сзади налетают, нас сзади. Вася, Вася, Вася. Ярик, бля, сейчас налетит. Как раз чаек будем пить и налетит что-нибудь. Вася, Вася, две. С твоей стороны. Низко летят. Ну, ори, ори. Ну. Ты должны развернуться. Должны. Не, ну вообще, ну на ну, вот вороны просто, ну, блин, показатель. Ох ты, вот хотел красоты, поныл. Ух ты, красота. Ну, красота. Она разворот. Она характер. Она характер. Она разворот на характер. Нет, ну, а то вообще было. Господи, Вася, смотри. Ой-о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 й. Ай-яй-яй-яй-яй, какая красавица пройдет. По половинке шарахнем. Подернем. Блять, что за мадонина не подумал. Нахуй. Вон они, Вася, Вася, тихо, Вася. Далеко. Вот они, вот они, вот они. Да вот они справа.
Ну это все. А это вот. Это же пара крутится, но как мы можем определиться, сиськи она или нет. Ну я сейчас вылезу тут на земле. Ой, господи, где? Ой, вот она. Она? Мать, слышишь? Вот это, ублюдки, она опять летит. У меня что-то с этим, ну, перезаряжайся. Господи, а что ж такое? У меня не перезарядился патрон, блядь. Я мог промазать, блядь. А, вот даже вот так. А что это такое? Вся утка летела справа по основной, ну по реке. Вот, мы решили хотя бы 5 чучел выставить на речке, чтобы утка налетающая видела. Потому что она пролетала на такой скорости мимо наших чучел. Как бы не садилась. Ну вот уже. Подсидела все ноги, чуть не упал, чуть Васю за собой не потянул. Вот если бы это было. Я зацепился. Я думал, все, сейчас. Я думал, Миша. Чуть-чуть кабанчик растоптал берло. О, а эти целуются. Я не пойму, сили из них или нет. Вот это фигети. Вот ее сдувает. Вот она крупная, зараза. Вот это дура, бля, сколько ж там лошадей. Смотри, мы сейчас вылетим. Ну да. Да вот они. Опа. Ну давай, 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 давай. Дурики. Ага. Я попал. Ну хуй, ну давай. Я попал. Я тоже в него уже стрелял, давай. Не, ну я в левого стрелял. Ты же говоришь, левый, правый. Тут видишь, блядь, тот правый, блядь. А видишь, ну какая разница? Да какая, не говори, блядь. Тот, смотри. Одному выбили, блядь, уже идти. Да. А хорошо налетали, да? Хорошо, отлично. Великолепно. Красавчик. Двух леток. Два этих. Хорошие. Два советка. Они ж вначале вот так летели, они ж потом перехлестнулись. Я вначале потому, а потом, когда перехлестнулись, долблю его. Крайне левого не стрелял, потому что он уходил. Но... Ну, взяли и взяли. Да какая разница, совершенно. Просто правого хуй стрелял, у него хорошая была эта самая позиция у правого. Крайне левого хуй была позиция. Но налетали вообще обалденно. Я стоял, я вот... Держал, не пойму, они вроде опять начали вроде улетать, да, потом да, опять. Да. Уже все, надо было стрелять, все. Да, не, нормально, стреляли вовремя. Дождались, блядь, правильно.
все хорошо. Смотри, смотри, справа, справа один летит. Опять, что ли, ты будешь садиться? Давай, 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 лети. Нет, 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 нет. Далеко, Вась, далеко. Я не хотел его стрелять. Вот это, блядь. Вот опять это. О, бля. А ее несет. Тебе туда влево надо. Ее туда к тем чучелам принесет. Вот это тоже, а? Свесь. Сейчас пофоткаемся. Если потом дальше стоит, это ставить вечерку надо. Ну. Кровище течет просто, корал. Вот это свесь. Ну вот я эту утку называю большим черком. Куда ближе? Ну вот вместо этого, да, блин. Выше? Ну, лучше. Если кто ты... Смотри, Вася, в лоб идет. Бля, ты видел, как я ее цепанул, Вася? Видел сейчас? Бля, вон 4 штуки пошел. Ай-яй-яй. Это под радок, бля, плюс. Так я его цепанул, его аж перевернуло. Сейчас он упадет, упадет, смотри, на. Смотри. Ляп. На фотик нажимаю просто, да? Правильно? Да. Ага, мой. Мой возьмешь хоть? Ну да. Садись, а ты садись. А меня относит просто. Ты шею взял. Что за ней ходил? Прикольная штука. Ну, удобная. Это, ну правильно. Вот и в резине, это очень опасно. А, ну вот эти железочки, ну да. Сука, ну здоровье, да? Красавец. Птеродактиль, ёпта, бля. Посмотри. Так у него дырка лень какая. Как осу, посмотри, какие, да. Под углом. Как у щуки, бля, слышишь? Вот это что у нас? Вот сюда надо идти. Вот так. Вись. В общем, короче, застряли мы. Воды набралось столько. Ох, поднялся уровень воды. Вот тут. Ха-ха. Надпись веселая. Вон сзади меня. Вот такая вот надпись про водку. Воды поднялось столько, сильно очень ветер, вместо обещанных 8 метров в секунду. Вот, пожалуйста. Вот здесь вот спуск лодки, вот здесь была дорога. Вот все в воде. Вот такие вот дела. Будем ждать, по интернету обещают 5-6 к вечеру. О, как оно там, спадет, не спадет. Ну, поохотились хорошо, взяли 7 штук. Еще 2 взяли. Не нашел, пошли. Один селезень упал метров 50. Искал, вроде чисто битый. Второй далеко очень упал. А вот дорога. Вот такая. Ну, как бы... Сказать, что сильно глубоко, да не сильно глубоко. Ну, потихоньку. Ага, падает вода потихоньку. Вроде так.
Ну, вот так вот. Как бы. Вот здесь. Здесь везде земля. Это дорога, это я по дороге иду. Ну, было по пояс, когда мы подъехали это час назад. Самая глубокая часть, чуть выше колена получается. О, так что ждем, когда сойдет. Ну, сойдет вот этот бордюр, видно будет, это край дороги. А кто-то сидит вон там и стреляет на той стороне камыша. Хоть садись, бери ружье и стреляй. Вот такие дела. Такая у нас охота получилась веселенькая.